Відбувся обстріл в Мирнограду, шахту капітальна. Від диспетчера 103 швидкої допомоги надійшло повідомлення про поранених. Парамедики поліції виїхали на місце. Хто? Де? Покажіть. А, ось. Зараз от приїхали парамедики, все зроблять. Смотрите. Так. Так, вроде как. А, вот тоже. Вот он зашел. Это он один. А, нет, это стекло. Так, приподнимаем голову. А скотч где его? Что у него с горлом? Это у него какая-то... Операция была. Ага. Вырезали напрямую. Я понял. Еще здесь что-то есть? Больше. Так, аккуратно. Так, аккуратно, аккуратно. Не спешим, не спешим. Ступенька. Так, осторожно, осторожно. Так. Вот, вот, вот. Сейчас. Осторожно. Что там? Подозрение пневмоторакс с левой стороны, осколочные руки, осколок стекла торчит из руки, не вытягивали. Контузия, осколочная глаз, осколочное лицо. Смотрите, у него там как раз на правой руке осколок стекла торчит. Все, всего доброго.